В этом году в Чебоксарах состоится 9-й экономический форум. Ожидается приезд свыше 1000 участников и экспертов, представителей бизнес-сообществ и органов власти, промышленников, руководителей банковских объединений, ассоциаций и инвестиционных компаний. Об особенностях форума журналистам рассказал министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Владимир Аврелькин. Форум будет состоять из пленарной части и выставки. Пленарная часть будет проходить в виде делового завтрака. Предполагается участие экспертов, представителей реального сектора экономики и финансово-кредитных учреждений, в том числе из Великобритании, Норвегии и ряда других зарубежных стран, отметил Владимир Аврелькин. В форуме также примут участие представители агентства стратегических инициатив Союза российских предпринимателей и Деловой России. Российские эксперты представят стратегию развития до 2030 года в условиях новой экономической ситуации. Если раньше наша страна могла предложить на экспорт в основном сырье, то сейчас ситуация изменилась. А нашим иностранным партнерам будет интересно узнать, как российские производители намерены конкурировать на международном рынке и что могут предложить миру. В рамках форума запланировано 14 конгрессионных мероприятий, посвященных республиканским и окружным экономическим проблемам и стратегии дальнейшего развития. Их основными темами станут импортозамещение в промышленном и аграрном секторах, участие некоммерческого сектора в социальной сфере, подготовка кадров, адаптированных к нынешним экономическим условиям. На форуме также пойдет речь о создаваемых в Чувашии центрах федерального значения «Компетенс и инжиниринг». В этом году 23-я межрегиональная выставка «Регионы сотрудничества без границ» будет расположена на территории торгово-выставочного комплекса «Экспо-Контур» и посвящена Году человека труда. Традиционно завершит мероприятие уже 9-й по счету фестиваль фейерверков, который предполагается транслировать в интернете. Поверьте, что в этом году будет совершенно все по-другому. Будет очень интересно. К нам звонят из других регионов, уже там напрашиваются именно на пленарную часть, на этот формат проведения, на этих экспертов, которые приезжают.